И соленье, и варенье, и свежее мясо, и отечественный текстиль. Все от местных производителей. В поселке Мехзавод в седьмой раз заработала сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Только здесь городские власти организовали 83 торговые палатки. У нас на каждой ярмарке есть 15% торговых мест бесплатно, которые мы предоставляем пенсионерам. На этой ярмарке в районе 15-17 мест. Сельхозпроизводителей привлекают. И тех, кто выращивает сельхозпродукты на дачных участках. И жители Мехзавода с огромным удовольствием приходят сюда. На ярмарке у производителей появляется возможность работать без посредников, что сказывается на цене. Для производителей, тех, кто занимается производителем и выращиванием скотины, это, в принципе, воздух. Мы можем реализовать свою продукцию по достойным ценам, то есть не перекупщикам отдаем. Мы не первый год работаем на этой ярмарке. Нас полностью устраивает. Скоро в Самаре заработает еще больше муниципальных ярмарок, большая часть в новом формате. Их разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Конструкции оборудуют системами поддержания комфортной температуры. Такие ярмарки у нас открываются на Киевской Тухачевской, которая будет включать в себя 170 мест. Также проспект Ленина Челюскинцев, которая будет включать 16 мест. Белорусская 131, тоже 16 мест. И дачная Чернореченская, которая включает в себя порядка 32 мест. Все это позволит купить настоящие фермерские продукты как в центре города, так и в удаленных уголках Самары. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.